Давайте снимем вторую часть. Рука у меня отдохнула. Когда жарко, оказывается, камера так накаляется, что прям горячая-горячая становится, и рука потеет под ней. Ужасно. Ну, давайте фокус начнем. Потому что фокус, наверное, самое интересное. Вот здесь интересное предложение с гелями. Ну, для тех, кто любит их. Впервые подписка на любимый продукт со скидкой 65%. Оформляешь сейчас и получаешь фиксированную цену 52 рубля на 4 компании. Давайте вот так вот посмотрим. Вот, видно, да? То есть, если сейчас закажете гель, то потом будете несколько каталогов по такой цене покупать. Но 52 рубля, смотрите, самая низкая цена. Ниже не будет, скидки не будет. Ну, в принципе, не сильно большая выгода. Новый аромат Faraway появляется в 11-м каталоге. И вообще ароматы Faraway будет выгодно продавать более 2 штук. Потому что скидка будет 40% для представителей. Выгодно продавать помады Ультра, более 2 штук. Тоже скидка на помаду Ультра будет 40%. Вот здесь предлагается для бровей купить несколько средств по выгодной цене. По одному экземпляру для представителей. Avon Club. Всегда на этой странице Avon Club. Я уж не буду тут на нем заострять внимание. Давай тут так вот по страничкам покажу, что предлагается. Часики, украшения предлагаются. Так, на часиках что-то написано. Время блистать написано. И вот такое вот украшение с 2 гвоздиками. Так, ну, цену вверху было видно. Здесь предлагаются вот такие тапочки. В мешочке 350 рублей, выгодно размеры. Вот так, 2 размера. И вот такая сумка 900 рублей. Давайте дальше. Ну вот, интересная страница с новинками. Вот оно, это масло. В первой части, которое было в пробниках, предлагалось. 225 рублей для представителей. Давайте покажу. Что входит? 5 масел в одном средстве. Я уж не буду их цитировать. Вот. И давайте посмотрим, как наносить. Вот так, на лицо. 30 мл. Для ног новинка Foot Works. Новые уже дизайн упаковки в 11-м каталоге. И плюс еще новые средства. Мусс. Дезодорирует и бальзам. Вот он. И тонизирующий мукс для ног с охлаждающим эффектом. Вот, на лето самое то. Бальзам для ног с минеральной морской солью. Вот. Бальзам и мусс. Вот мусс-то интересно. Так, что тут? Тут лаванда. Попробую сама предложить другим. Крем для рук. 30 мл. Лаванда, жасмин. А здесь пена для ванн. Лаванда, жасмин, 159. И крем-суфле для тела. Тоже лаванда и жасмин. Вот такие. Вот здесь я не очень поняла. Ну, это-то я поняла, что это мужское. А вот это я не поняла. Женский или какой? Ну, вроде тут вот для мужчин подписано. А на втором ничего не подписано. Ароматы с характером. Фужерно-древесный, это вот мужской, 75 мл. 495 бергамот, специи, мускус. И восточно-цветочный цитрус, жасмин, ваниль, 275. Вот, вот такая водичка, недорогая. Далее, ну, тут особо ничего. Тут пробники. И наборы. Любой набор 799 рублей.
Так, а что за набор-то такой? Давайте посмотрим. Так, вот такие. Что-то я с наборами плохо тут поняла. Ну, в общем, читайте сами, может быть, вы лучше меня тут сообразите. Ну и в 11-м каталоге можно будет брать пакет сюрприз. Вот такие продукты могут оказаться в этом пакете. Ну а что будет именно, мы пока не знаем. Вот такой фокус. Вот это интересное тоже предложение, включить лето и получать призы. Тут можно делать заказы, участвую в программе в компании 9. Но я не знаю, может быть, для представителей, ну, для всех в 9, а у нас вот в 11. Да, получается, это и для трендсеттеров сейчас, и для основной зоны тоже вот это вот все. Разместить заказ вот на такую сумму, и прямо вместе с этим каталогом можно выбрать один из этих призов. Вот. Либо разместить заказ намного дороже, на сумму от 3500 рублей более, и с этим же каталогом тогда выбрать водичку. Вот такие призы. То есть для основной зоны сейчас с 9 каталогом это будет работать, а у трендсеттеров с 11 каталогом. Вот. Тут скидки. Так, идем распродажа. Вот такая распродажа, 11 каталог. Вот такие цены. Карибские каникулы уже распродают. Много средств вот этих вот уходит из Naturals. Пришли на их место новинки. Вот такие вот цены. Масло быстро уходит тоже. Вот так. Тут я по-быстрому уже покажу. Что-то я на эту пуховочку внимание обратила, мне ее захотелось. Быстро тоже распродают эту мерцающую золотую пыль. В ней крупные блески, девочки говорят. Но очень быстро в распродажу попала. Видимо, она не пошла. Девочки, кто пользовался вот такими ухаживающими помадами, бальзам нежный цвет? У меня мама хочет вот этот малиновый. Скажите, если у вас были. Она действительно вот такого красивого оттенка. И как она на губах себя ведет? Если сможете, напишите, интересно. Так, дальше. Мне очень нравится вот это вот средство. Я, знаете, что делаю? Вот с обратной стороны ногти люблю чистить. Классно. Так. Заколка красивая, но мне кажется, она такая мятая придет, если заказать. Так, шумы это с улицы, у меня окно открыто, тут стадион у меня под окном, я уже говорила, показывала, там детки гуляют вечерами, очень шумно. Так, такие шумы доносятся. Мыло все распродают, инкадесенс и платье, но дороговато, 120 рублей кусок мыла, конечно, мне кажется, дороговато. Все, это закончилось. Стиль жизни. Дальше, не знаю, распродажа наверняка она идет для всех. С 14 июня по 4 июля. С шармами я в первой части показала вот эту вот. Это предложение. В общем, дальше, если вам интересно, смотрите. Может быть, у кого-то нет каталога, интересно, поэтому... Я долистаю до конца, а вы смотрите. Если у основной зоны это уже есть, то значит все.
Тут идут очки, вот эти самые дешевые, 299. Вот еще 299. А есть 399. Купальнички женские. Вот так. Шарфики, зонтики. Сумочки. Часы. И пошли украшения. Я уже устала не говориться. Уже сама молча смотрю. Все, говорилка моя отговорила. Так. Вот такие аксессуары интересные. Свечи. Детская одежда. Детские средства. Почему-то их с каталога теперь убирают и часто только вот в таких сезонных приложениях. Так, вот это вот, мне кажется, новинка. Новые поступления. Детская книжка по суперцене 329. Учимся читать. Для детей от 1 года. И вот тут сумочки у девушек. Давайте последнюю распродажу посмотрим. Это распродажа от 14 июня по 4 июля будет. Ну, я думаю, для всех территорий сразу. Украшения и кружка на первой странице. Также проедусь по-быстрому. Ну да, это бывает нужно даже для обычной зоны. Если, например, каталог пропустил и каталога у тебя нет, то можно вот так полистать. Хотя можно и на сайте все это посмотреть. Все это будет и на сайте. Если только вы не представитель, а через кого-то заказываете. Вот. А кто-то просто любит листать, смотреть. Такое колечко я показываю в обзоре, в покупках по 10-му каталогу. Вот опять уже телефон, этот телефон, говорю. Камера перегрелась, прямо горячо руки обжигает. Очень жарко. Так, зимние вещи летом, конечно, не очень хочется смотреть. Мозг даже их не воспринимает. Вот и все. Все полистали, все посмотрели. Не знаю, интересно, нет. Обзор этого каталога. Но всегда находим, что заказать. Все равно всегда есть что-то интересненькое. Кажется порой, что ничего не надо, но в итоге заказы опять получаются. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем, кто был со мной. И всем пока.